Alpha Future People – первый российский open-air мирового масштаба. И пройдет он не где-нибудь, а у нас, на территории аэродрома, на берегу Волги, под Нижним Новгородом. Сейчас там строится целый фестивальный город площадью 50 гектаров. Его создатели готовы принять более 50 тысяч человек. Главный российский фестиваль музыки и технологий стартует уже 11 июля. Это не какой-то рейв на открытом воздухе для того, чтобы поколбаситься к молодежи прийти. Это сегодня стиль жизни, это сегодня формирование абсолютно другой среды обитания нашей молодежи. Это должно пройти в Нижегородской области по многим аспектам. Во-первых, мы четко понимаем, что Нижний Новгород – это один из тех регионов, который является сегодня локомотивом не только экономики, а также культурной, спортивной жизни нашей страны. Авичи, Скриликс, Пол Акинфолд, Маркус Шульц, Бенни Бенасси и еще около 40 диджеев из элиты мировой электронной музыки выступят на самой большой в России сцене. Специальный гость фестиваля – группа «Учпачмак», новый электронный проект от Земфиры. Кроме того, весь третий день феста на всех площадках будут выступать отечественные команды и диджеи. Фестиваль поразит звуком и светом. Суммарная мощность звука составит 1 мегаватт. Такого не было ни на одном концерте или фестивале в Восточной Европе. Future People – это действительно первый большой российский электронный фестиваль, и по этому поводу, мне кажется, мы имеем полное право испытывать гордость в качестве вот таких первопроходцев, которые делают что-то впервые и сразу на таком серьезном уровне. На территории Alpha Future People разместится зона высоких технологий, шоу роботов, транспортные средства нового поколения, шлемы виртуальной реальности и гигантская катушка Tesla в действии. Вот лишь не полный список того, что ждет гостей фестиваля. Если уж рок-н-ролльный фестиваль, то приезжают такие рокеры, которые готовы там жить в рок-н-ролльных условиях, ходить в рок-н-ролльные туалеты и стоять в рок-н-ролльных очередях за рок-н-ролльным пивом. Значит, это все замечательно, это прекрасно, но атмосфера там все-таки немножко другая. Хочется сделать такую атмосферу, которая царит именно на западных сейчас фестивалях. Я надеюсь, что мы войдем как раз лучшим примером российских фестивалей, где действительно ты ходишь с улыбкой до ушей от начала до конца. Организаторы обещают принципиально новый для российских фестивалей уровень комфорта. К услугам гостей и цивилизованный кемпинг, и качественная сотовая связь, и бесплатный Wi-Fi. Если кто не в курсе, заброшенный аэродром находится в 20 минутах от города, вот здесь. Добираемся электричкой, автобусом, личным транспортом или на судне на воздушной подушке. И встречаемся на Open Air 11 июля. Александра Рьянова, Илья Федулов, Горький ТВ.